Немногие знают, что зеленый уголок за торговым центром Тополь на улице 2 Запрудная – это памятник природы, особо охраняемая территория. Ее называют дендрарный сад школы номер 56. Здесь регулярно проводят субботники, местные жители и общественные активисты. Сначала прошлись с мешками для мусора, собрали бутылки и прочий хлам. Сейчас освобождают землю от жухлой листвы. Это ореховая роща. Сначала здесь жильцы приезжали, строились. После того, как дома были построены, с привлечением здешних детей была посажена эта роща. Сад посадили в 1939 году. Здесь рос и растет сейчас редкий маньчжурский орех. За 80 лет большинство растений погибли. Деревья требуют кронирования. Но активисты из ТОС Трудовой территорию забывать не собираются и хотят переименовать ее в Сквер Победы. В дальнейшем у нас просто голубая мечта поставить здесь стеллу, на которых высечем имена тех, кто отсюда, с нашей территории, уходил на фронт. Живы, не живы, вернулись, но все они защищали родину. В четверг Надежда Шавандина отправится в Департамент природных ресурсов и экологии, чтобы узнать мнение властей о возможности переименования сквера. Перспективы пока туманные. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.